Нормальные. Какая-то семейка отдыхающих гуляет в парке. Только они зомбаки. Вон, видишь, бабушка, дедушка, девушка какая-то. Дедок рядышком шел. Ага. Вот, видишь? Опять они же идут. Мы их только что убили с вами, они опять откуда-то взялись, откуда-то появляются. Так, бензин. Хорошо, что вот бензина надолго хватает, я смотрю. Оп, Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Дорога. Скоростная дорога с зомби. А, давайте попробуем эту карту, откроем. Новая карта. Так, и вот такой у нас есть с вами, ребята, автомобильчик. Ага. Ух ты, нифига себе. 20 тысяч стоит зомби рублей. Ладно, у нас пока 1000 зомби рублей, это мало. Но мы попробуем. Немножко поиграем. Что у нас тут? У нас тут какой-то чувак на непонятном автомобильчике. Похожая игрушечка на Химклинг Рейсинг, но только с зомбаками. Ну смотри, мы убиваем зомбаков типа нашим автомобилем. У нас еще и заканчивается бензин. Ой-о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 й. Так, главное не упасть. Ух, фига колеса какие-то, знаешь. Почему-то они в совсем другом месте. Как должны быть. Мультяшная такая игра. Да. Ну, прикольная, прикольная, конечно. С зомбаков этих мочить. Мы сейчас посмотрим. Если бы ее так не колбасило, эту еще машинку, была бы более-менее ровненькая. Опа, а это у нас бензин, да, я так понял? Ух ты, а тут смотри, все-таки не так-то легко проезжать. Разбился нафиг. Офигеть, 1500 я заработал. Давайте сделаем рестарт. Еще раз попробуем проехать. Так, и всего у нас с вами, ребята, 1500 зомби рублей. И мы сейчас заработаем побольше денежек. Ё-моё, сколько здесь зомбаков. Ну, они сами погибают, просто прикасаясь к автомобилю. Автомобилю ничего не делается, по сути. Да. Вред мы можем только, наверное, скорее всего, сами себе нанести. То бишь, когда мы перевернемся, мы погибнем. Поэтому надо аккуратненько ехать. А ехать тут как аккуратно? Здесь получается дорога такая странная. Что в итоге... Допустим, вот, подъезжая к мосту, мы сейчас подъедем к мосту. Вот здесь вот. Надо аккуратно, аккуратненько, чтобы не разбиться. А где мы с тобой перевернулись? А, где-то здесь перевернулись. Ё-моё, нифига, какой спуск огромный. Какой крутой спуск. Так, а вот здесь вот интересно будет нам... Сможем ли мы подняться или нет? Опля, а ну-ка. Ну, в принципе, да, легко мы прошли здесь дорогу. Ой-ой-ой-ой, врезался. Да, сказал легко и перевернулся. Ага, давайте посмотрим, сможем ли мы приобрести... А, нет, 20 тысяч он стоит. Ну, давайте посмотрим все наши автомобильчики. Так, этот у нас первый, наверное, самый такой стрёмненький. Потом идет получше. Ох, нифига, 100 тысяч, офигеть, стоит. Такой стоит 200 тысяч. 500 тысяч, байкер. О, 3 миллиона, да ну нафиг. Ага, и последние 6 миллионов. Ну, не особо и много, конечно же, у нас автомобильчиков. Я надеюсь, мы сможем как-то заработать. Так, это, смотри, двигатель. Так, Ю, ты хочешь улучшить скорость за 1600 коинсов? Ага. Ну да, нет. Дамфер. Вихенсел. Колеса. Давай это колеса улучшим. 1600 стоит. Ага, это вот так вот всего лишь улучшили. А колеса те же были или другие стали? Что-то я не заметил. Мне кажется, другие колесики. Ну ладно. Потратили мы кучу денег с вами. Ну, хотя бы узнали. Да, с этими колесами, мне кажется, получше стало немножко ехать. Офигеть. Ребята, если вам понравилась игрушка, то обязательно ставь лайк под видео, чтобы я знал, стоит ли снимать дальше это прохождение. И также пиши комментарий. Ой-ой-ой-ой, башкой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Башкой мы стукнулись, ребята. Так, 690 монет у нас. А сколько было до этого, я не запомнил. Ладно. Ну, не особо много монет дают, смотри. А ну, давай.
700. Наберем мы 1000 или нет? А-а-а, набрали 1000, конечно. Так, итого 751 монета. У нас задание за эту катку набрать хотя бы еще 1000. Не, ну чтоб в общей сложности 1000 была. Офигеть, как тут все дергается, как тут машинка. Ну-ка, поспокойнее едь. Да, тут крындец глазам будет. Аккуратненько. Ой, почему я на этом месте все время переворачиваюсь? Нифига мы не набрали с вами 1000. Мы набрали 100. А много это или мало, как ты думаешь? Это в 10 раз меньше, чем хотелось бы. Надо просто медленно ехать, мне кажется. Вот здесь вообще надо не ускоряться. Аккуратненько. Ну его дергает автомобиль этот. Не по-детски. Я надеюсь, следующие автомобили будут какие-то более-менее нормальные. Какая-то семейка отдыхающих гуляет в парке. Только они зомбаки. Он, видишь, бабушка, дедушка, девушка какая-то. Дедок рядышком шел. Ага. Вот, видишь? Опять они же идут. Мы их только что убили с вами, они опять откуда-то взялись, откуда-то появляются. Так, бензин. Хорошо, что вот бензина надолго хватает, я смотрю. Оп, тихо. Плохо, что здесь только вперед и назад. Управление такое вот. Нехорошее управление. Ай-яй-яй, аккуратно. Так, давайте, ребята, вы мне мешаете проехать, вы понимаете это, нет? Алло. Так, вот смотри, у нас уже 1500, нормально. Нормальненько. В принципе, играть можно. Можно даже попробовать серии 10 снимать и купить какой-нибудь автомобильчик. Но я бы какую-нибудь новую трассу бы купил бы, если они здесь как открываются, трасса. Интересно. А здесь зомбари очень похожи друг на друга. Как бы нет такого большого разнообразия, конечно. Ладно. Так, что-то там чувак мне сказал, я что-то не увидел. Мы проехали бензин. Да, ё-моё, мы бензинчик с вами проехали. А где следующий бензин будет, фиг его знает. Да. Так, заканчивается бензин, ребята. Где бензин? Алло, мне нужен срочно бензин. Потому что мы его нечаянно проехали с вами. Тут не показывают, где бензин. А вот бензин был. А чё ж вы не показывали, где бензин, алло? Так, вот он, чувак. Тут что такое? 1000 коинсов? Ага, спасибо. Так, назад. А вот эту как открыть тогда? Сколько здесь вообще карт? О, зима. Майн Unlock. Какой-то пещера. Spice Unlock, ага. Космические что-то такое. Так, давайте попробуем, ну вот этот откроем. Ты хочешь потратить 40000 коинсов? А, 40000 стоит? Нет. У меня их и нету коинсов. Коинсы, ребята, вот они коинсы. Купи коинсы, 30000 коинсов, $2. Ну, давай тогда мы еще... Это стоит сколько коинсов? 40000, да? Давай еще здесь немножко покатаемся. Так, это у нас 3000. 3000. Можешь колесочку купить, а, алло? Все равно играть-то долго. Я думаю, может быть, колеса купить, а то играть-то долго будем проходить. Лучше проходить с хорошими колесами, правильно? Чем с не очень хорошими. Так, ну, уже радует, что мы, в принципе, можем заработать. Ой-ой-ой-ой. 1005. Так, тихо-тихо, нифига. Что с колесом случается, а? Что происходит с колесом? Тихо. Ну да. За одну серию мы где-то будем зарабатывать с вами 5000. Офигеть. За одну серию 5000 это... Надо 8 серий снять в одном месте, чтобы только открыть новую карту. Да, это очень тяжело будет. Тихо. Если бы еще мы не переворачивали, это бы нормально. Ну, хотя, сними 8 серий, я думаю, ты будешь суперпрофессионал на такой машинке гонять. Так, сколько у нас зомбаков? Нам вообще здесь главное зомбаков убивать. А, перевернулись и разбились. Ну, это плохо. Ничего хорошего нету. Ладно, давайте, ребята, хотя бы до 4000 заработаем обязательно.
Так что поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на канал. И тогда мы с вами заработаем 4000 зомби-рублей. Зомби-рублей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Надо ему какой-то шлем одеть, чтобы у него хотя бы этот самый, хотя бы одна жизнь была в запасе, правильно? Вот это было бы хорошо. А то сразу переворачивает, сразу умирает. Это очень жалко, очень плохо. Так, сколько метров? У нас была максималка, это 800 метров, что ли? Ну, не сильно много. Тихо. Вот какой-то абориген откуда-то ходит. Пауэр у нас. А, у нас еще есть голд. 2х. 2х. 2х золото. Как же это получить-то, слушай, 2х? Не знаю. Может быть, если мы купим новые колеса. Хотя колеса, мне кажется, те же самые были. Какие эти. Тогда, если мы новые колесики с вами, ребята, купим, может, какие-то бонусы будут выпадать. А только выпадают пауэр, и все. Пауэр. Это мало. Так, 300 метров проехали. Так, двигатель я не буду, конечно, покупать, потому что он нам на данном этапе он только мешать будет, мне кажется. Хотя мы пока далеко не доехали, где бы он нам понадобился особо этот двигатель. Чтоб не переворачиваться. Вот. Хорошо. Едем. А, тихо, не переворачивайся. А, ой. Так, я даже сразу не сориентируюсь, на какую кнопку нажимаю, чтобы он встал нормально. Не переворачивался. Так, 4000 мы заработали. 4,5 даже. Неплохо. Опа. Ребятушки, да, спасибо за лайки. А также, конечно же, пишите комментарии. То бишь, если вы хотите, чтобы я передал вам привет, напиши. Передай мне привет. Я тебе передам в следующем ролике привет. Так, а ну-ка, тихо, зомбачки. А почему-то мне все время этот пауэр дается. Мне он нафиг не нужен. Дайте мне 2х золота. Денег, монеток. О! Так, 650 метров мы проехали. Неплохо. Главное не прозевать бензин. Бензобак. Ох ты, сколько пауэр. Да мне вот лучше бы монетки бы дали. Так, вот у нас бензинчик, ребята. Хорошо, мы бензинчик взяли. Теперь можем дальше ехать. Ох, нифига бабка как, а. Залезла на скалу на эту. Вот, 800 метров есть. Дайте мне кучу денег за это. Так, а итого у нас уже 6700 монет. Офигеть. Неплохо. Вау, ребята, уже даже 7000 уже у нас. Очень хорошо. 7000. А, в принципе, да. Мы можем открыть новую карту. Даже ролика через 3. Через 2 ролика. Через 2-3 ролика мы откроем новую карту с вами. Так, а ну что тут у нас написал дядька? А, у нас опять какой-то чекпоинт, да? Ага, чекпоинт. Так, эти гады мне мешают. Мне, во-первых, они мешают подняться. Они тормозят мою машинку. Так, а у нас уже и бензин скоро может закончиться, правильно? Опля. О, бензинчик. Нет, да, есть, взял. Или не взял? Нет, я не взял бензин. Тихо, давай назад отъедем. Так, а он вообще назад не едет, алло. Он не едет назад вообще никак. Да. Угу. Вот такая вот, ребятушки, игрушечка. 8500 у нас уже денежек. А новая машинка стоит 20 тысяч. Либо машину купить, либо новую карту. Напишите, что лучше, карту или машинку. Но здесь написано 50% скидка. Верить ли этой скидке или нет, это я не знаю. Ну что ж, ладно, до новых встреч, ребятушки. Пока-пока.